Всем привет, друзья мои! Рада приветствовать вас на своем канале. И хочу вам сегодня показать результат полтора месяца высушивания Dendrobium nobile без полива. И вот что получилось. Получилось всего два цветка. Буквально вчера вот он полностью раскрылся. Dendrobium выпустил три почки на бульбах своих. Я переживала, что это будут листовые почки. И как оказалось, что вот одна это цветочная была такая почка. Цветки достаточно крупные. Конечно, мои ожидания не оправдались. Я думала, что будет повтор того цветения, когда я его купила. Он был весь усыпан цветочками. Но это тоже результат. Сейчас буду за ним ухаживать, как обычно. А, наверное, к лету попробую еще раз его засушить. Еще есть три почки. Сейчас я вам покажу. Вот здесь. Но это, как видно, листовая почка. И покажу сейчас еще одну. Вот еще одна почка. Но я так думаю, да даже не думаю, это видно, что здесь тоже будут листики. Вот такой результат я получила. Ну, в принципе, этот метод работает, только нужно как-то его доработать, чтобы получить обильное цветение. Здесь вот есть еще одна почечка. Как-то она медленно, вот эти быстро набрали со себя, вот в рост пошли, а здесь вот совсем сидит и не хочет расти больше. Ну, вот остальные стволики не образовали никаких почек. Единственное, значит, что здесь произошло, вот листики желтеют, но это нормальное явление для дендробиума. Может быть, даже его нужно и пересадить. Вполне возможно, весной я его разделю. Здесь получится два таких хороших уже кустика. Вот еще растет новый отросточек. Я немножко расстроилась, конечно, но это тоже результат. Цветочки ароматные, достаточно одни крупные, очень даже симпатичные. Но, конечно, хотелось, чтобы это было обильно. Полностью такой усыпанный стволик. Ну, не вышло. Но это тоже меня радует. Если учесть, что он не цвел достаточно долго после покупки. И вот такой приятный сюрприз. Метод высушивания. Вон полтора месяца я его не поливала. Мне даже совершенно не хотелось его полить, то есть я поставила себе цель именно вот не поливать цветок и получить у него цветочные почки. Так что ничего страшного, в общем-то, он прекрасно пережил вот это все. Здесь вот у него куча новых корешков. Вот так вот он у меня стоит на подоконнике. Отверну в его положение, как все это было. Ну вот так. Так работает этот метод в моем случае. Не знаю, почему не образовалось большое количество почек. Нужно про это еще вот подумать и доработать. Здесь вот у меня есть такие новости. Вот моя любимая бабочка. Первый цветочек сегодня раскрывается. И вот много-много бутончиков. Ссылочку на видео, где я снимала и показывала Dendrobium nobile, я оставлю в описании. Кому интересно, посмотрите, как он выглядел и что с ним стало. Ася. Ася. Ну, кошка просится домой, погуляла. Вот такую вот небольшую красоту я получила. Может быть, кто-то посоветует, как добиться большего цветения, чтобы было много цветочков. Пахнет нежно, очень приятно. Так что вот такие у меня новости от моего Dendrobium nobile. Всем пока, до встречи на моем канале.